Дорогие друзья, в эфире интернет-портал радио Центра Сан-Гейтс, у микрофона Михаил Мелехов. И сегодня у нас в гостях врач, врач-специалист в китайской медицине, в тибетской медицине, в аюрведе. Человек, который имеет очень и очень много регалий, свой центр в Санкт-Петербурге. Зовут его Игорь Иванович Ветров. Центр называется Тхан Вантари, практикующий врач. Ну и мы сегодня в рамках наших программ, которые мы ведем с Игорем Ивановичем, беседуем о продуктах, которые содержат прану. Здравствуйте, Игорь. Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, Михаил. Мы начали говорить в прошлой передаче о продуктах, содержащих прану, вот тех продуктах, которые, о продуктах мертвых, которые не содержат праны. Мы обсудили группу продуктов, из которых человек может извлекать прану, которая необходима для того, чтобы в течение примерно одного лунного месяца получить определенную дозу творческой энергии, известной в аюрведе как шакти. И мы перечислили эти группы продуктов, назвав в первом ряду топленое масло и мед, который дает максимальную концентрацию праны. И из нее больше всего получает энергии шакти, поэтому это очень ценится на Востоке, не только в Индии, вообще на Востоке. А эти продукты, мед и ги, топленое масло, и поэтому, несмотря на то, что на Западе есть множество медиков, которые говорят о том, что это слишком калорийный продукт, что он может якобы, так сказать, вызвать нарушение холестеринного обмена, мы считаем, что этот продукт крайне необходим в определенные периоды жизни, например, период роста, вот скажем, полового созревания. Вообще очень необходимо топленое масло детям, подросткам, женщинам в период беременности и грудного вскармливания, и также в периоды восстановления после острых тяжелых заболеваний. Игорь, обсудили в прошлый раз, и вы рассказали, что в домашних условиях тоже можно делать топленое масло, его перетапливают с обычного сливочного масла. Конечно, масло должно быть высокого качества. Еще лет 7 тому назад, я помню, был в одном центре в Индии, и Вадия, доктор, рассказывал мне конкретно, он давал рекомендации, после того, как все уже закончилась моя программа, тебе надо утром выпивать ложку этого ги, это в медицинских целях. Кроме этого, как пищевая добавка тоже употребляется. Как вы считаете, как это можно разделить и как это можно употреблять? Я думаю, что прежде всего нужно перейти, когда люди жарят продукты, то есть перейти на использование топленого масла и ничего другого, потому что любые, даже термоустойчивые растительные масла, я имею в виду оливковое масло в первую очередь, вот, они все равно не выдерживают температуру свыше 100-110 градусов. И образуются тяжелые альдегиды, которые повреждают слизистую желудка, которые являются канцерогенами, которые крайне вредны для печени. Топленое масло выдерживает температуру до 300 градусов. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, то что топленое масло стимулирует выработку желчных кислот, которые на 50% усиливают пищеварительную активность поджелудочной железы, ферментов поджелудочной железы и тонкого кишечника. Потому что важно не сколько мы чего-то съедим полезного, как эта пища переварится. В этом отношении, когда речь идет о том, что надо специально просто в чистом виде употреблять топленое масло, европейцам это не нравится, но вы можете добавлять топленое масло в пищу. Естественно, что людям с избыточным весом мы не рекомендуем злоупотреблять этим, потому что действительно масло очень калорийное, но если есть какие-то проблемы с несварением, вот, то без топленого масла здесь никак не обойтись. Сейчас вы объяснили нам пищевую ценность этого продукта более-менее, ну а все-таки как медицинский продукт его можно употреблять? Да, во-первых, очень многие лекарства, то есть, да, то есть, скажем, целый ряд трав, лекарственных трав получают и вытяжки, выдерживая в топленом масле в течение года. Есть такие методики.
Есть методика применения наружная. Скажем, говорится о том, что если человек ежедневно будет наносить после душа небольшое количество топленого масла на кожу, то он проживет очень долго и сохранит свою молодость. Объяснить с точки зрения современной медицины тоже очень легко, потому что топленое масло содержит не просто прану, оно содержит активную прану, известную как теджес. И вот если вы наносите его на поверхность тела, то моментально активизируются все процессы кожи, подкожной жировой клетчатки, и кожа выбрасывает все экзоэндотоксины, и процесс поглощения энергии, он резко усиливается. Скажите, как его употреблять? Это надо натощак, это надо во время еды, в каких количествах, по показаниям? Да, я думаю, что если не считать жарки пищи, то можно добавлять в зависимости, опять-таки, от конституции, от образа жизни человека, от места проживания, то есть можно употреблять в день от чайной до столовой ложки, этого будет вполне достаточно, естественно, разделенное на определенное количество приемов, это добавлять надо просто в пищу. Вот. Это не считая наружного применения, которое здесь может быть использовано хотя бы там один или два раза в день. А можно ли его использовать для натирания, как обычно используется, скажем, кунжутное масло, чтобы делать аюрведический массаж? Считается, что люди, которых пита конституция, то есть у которых повышены катаболические гормоны, ферменты, то есть у них процесс использования ресурсов организма увеличен, для них топленое масло очень полезно для наружного применения. Людям с другим типом конституции лучше использовать растительные масла, там, например, для людей с доминированием вата конституции используют или оливковое, или кунжутное масло, а для людей кап конституции льняное масло. Какие-то хвойные масла, например, эвкалиптовое.